Цена на покраску одного элемента автомобиля сейчас в среднем около 15 тысяч рублей. У официальных дилеров 25. Обладатель весьма аккуратной внешности в клетчатых брюках ключом поцарапал 22 машины. Стоимость их ремонта может оказаться с 6 нулями. Понимали тогда, что вы делаете? Тогда я был в состоянии аффекта, озлобленный, поникший в связи с трудностями семейными, финансовыми. Желание лихайдейничать и делать пакости пришло в поселке Новоселье. Это в Ломоносовском районе. Изловили скромного мужчину с ключом быстро. Несколько человек уже написали заявление. В полиции возбудили дело по статье «Уничтожение чужого имущества». Раскаиваюсь. Это очень глупый поступок. И вообще для моего возраста, скажем так, даже какой-то детский поступок. Ну, ответственность, похоже, что будет не детская.